Биткоин – новое золото. Израильская компания Natural Resource Holdings, инвестирующая в разработку месторождений золота, серебра, цинка и свинца, решила изменить сферу деятельности в ее планах инвестиций в добычу биткоина. После сообщения об этом акции компании на фондовой бирже Тель-Авива взлетели в цене на 1300%. По сообщению представителей компании, они уже ведут переговоры о приобретении 75% акций канадской майнинговой компании Backbone Hosting Solutions, работающей под брендом Bitfirms, в обмен на 75% акций Natural Resource.